Орел прислал нам сообщение. Юра, а как называется прием в стендапе, когда комик вдруг в середине выступления уходит за край сцены и начинает якобы пиздеть по телефону или со зрителем, и люди в зале долгое время не могут понять, что происходит? И чем Блять, стендап-комик никак. отличается от сатирика, поперечный сатирик или стендапер? Поперечный хуесос. Чем стендап-комик отличается от сатирика, то, что сатирика это вообще, блядь, не комедия, это хуета, которую в совке придумали. А насчет как называется, когда человек уходит за сцену и говорит как будто по телефону, никак, у этого термина Ну, нет я определенного. могу объяснить, да. Сатирик – это человек, который творит в определенном жанре литературы. А стендапер – это именно, ну, типа стендап. Человек выходит к микрофону, начинает шутки читать. То есть сатирик может быть стендапером, а может и не быть стендапером. Он может быть просто там писателем или там просто шутки писать для другого Но в человека. случае отечественных сатириков они не стендаперы, блядь. Зайдите в какой-нибудь паблик типа Real Stand-up и поспорьте там, что Задорнов же тоже стендапер, вас там хуями покроют и Не-не-не, это ведром другое, обольют. понимаешь, у него даже импровизации там никакой не было, он просто выходил и текст зачитывал, который ему там, как Клюшкин какой-нибудь, блядь. Петросянщина, да, самая Не, настоящая. вот как раз Петросян здесь больше элементов именно, ну, какого-то, блядь, клоунады, чего-то такого, но при этом там тоже нет импровизации, да, там нет обратной связи, он, ну, там не подходил к зрителям и не говорил, типа, там, эй, привет, как бы там, и так далее. Ну, то есть немножко Яна другой жанр. Орлазорова многие называют, что он вот доебывал, бля, аудиторию. Это Но все серьезно? клоунада, это все клоунада, это не стендап именно, это вот элемент такой взаимодействия с аудиторией, как в цирке скорее, когда клоун там к детям маленьким, там, не знаю, что-то им делает, там, шарики Короче, какие-то. когда перед вами не выворачивают себя наружу, это не стендап, это хуета, блядь, ёпта. Когда просто какой-нибудь Орлазоров типа «Вот вы мужчина, мужчина!» Мужчина! Как вас зовут, мужчина? Он вроде и работает с аудиторией, импровизирует, но это не стендап. Это, блядь, хуета. Это клоунада. Так, далее. Кстати, Илья Соболев это тоже не стендап. Вполне может быть. Так, Дарья Гончарова прислала нам сообщение с Выпить можно или нет? Можно, можно. Не то слово. Да, Дарья Гончарова, спасибо большое за донат с покрытием комиссии. Доброй ночи, Юра и Ежи и Юра. Стоит ли сейчас становиться блогерами в эпоху большой конкуренции? У меня был канал, но я удалила свои видео, так как набирали по 100 просмотров максимум. На одном была 1000, но там было про мамкиных атеистов. Так вот, можно ли сейчас пробиться или ниша занята? Понимаешь, Дарья, проблема не в конкуренции и не в нише. Проблема в том, что если у тебя 100 просмотров на видео максимум, значит, ты делала что-то неинтересное для аудитории. Именно. Помнишь, я говорил о том, что был кейс, когда тёлка, блядь, АСМР записывала, как она микрофон сосала, и, блядь, сделала себе сиськи, губы накачала, всю хуйню. Вот, пожалуйста. Значит, надо было, если ты сильно хотела много просмотров, сосать микрофон. И ну, потом либо что-то другое делать. Не обязательно сосать микрофон. Можно сосать хуй и не быть блогершей. Как бы. Ну ладно, сиськи, не суть, и потом этими сиськами тереться об микрофон. И потом у тебя уже 1 000 000 подписчиков, ебать, туда-сюда. Но, может а быть, у Дарьи нет сисек. Вот это самая большая ошибка людей. Они хотят делать то, что они хотят делать, то, что им интересно. И знаете, что получится? Ядерная братва, блядь. Вот что мне хотелось сделать. Я обожаю новых парней Турбо, я любил делать ядерную братву, блядь. Спасибо, 200 да, тысяч. Даже братв. Стримеры не делают то, что они хотят, потому что если они проводят никто. Аукционы... Они смотрят хуйню, посмотрите да, даже да. Стримы, пусть с ним съезжи с Арматом, он-то шекели свои пересчитывает, даже братишкин какой-нибудь. Они сидят, смотрят хуйню, а в большинстве случаев им скучно просто. Они сидят просто отсматривают, им неинтересно так смотреть. Так мне тоже. Ну и тебе это понятно, блядь. Типа... Деньги платят просто, ну что, типа, делают. Это как работа, бы не... это работа, это ж не хобби, это именно работа, это как бы заработок. А вот проблема людей, вот то, что они хотят делать то, что, блядь, не конъюнктурщиками да, быть. Да, и хотят быть популярными при этом. Вы думаете, хотя сейчас их потолок у вас это 100 просмотров просмотров больше, чем у меня, у Антона, блядь, ёпта, практически, а он снимает реакции... А он до этого делал просто скетчи, блядь, и они нихуя не собирали. Хотя я их и пиарил на своем канале, и их репостили и Юлик, и Кузьма. Никому не нужны были скетчи. Эти скетчи уморительные, нахуй.
супер смешные. Но вот человек делал для себя, и никто не подписывался. Потом начал делать для рынка вот эти все реакции, и сразу же обрел популярность. Сейчас многие говорят, что с ним реакции у Юлика гораздо ламповее, чем со мной, например, блядь, типа, или у Кузьмы, тем более. Типа, просто надо понять, что мы работаем или мы, блядь, дрочим друг другу, да? Типа, если мы дрочим друг другу, вот результат, 100 просмотров. Типа, или мы работаем, блядь, мы точно нам скинули, как вот ежи кидают за деньги, блядь, он смотрит, потом это нарезают, выкладывают на каких-нибудь там маргинальных хайлайтах, да, блядь. Именно так. Люди видят, они подписаны, они переходят, блядь, смотрят, потом они сами что-то хотят заказать. Так это и работает. Так, блядь, это работает, да, совершенно верно. Если б я же хотел говорить только о чем, что Монку, мы бы только и говорили, что Ницше пил мочу, блядь, ёпта. Ну да. Ну, по кругу те же темы там про, блядь, Ницше, там, меритократию. Про Улан-Удэ, про Угла. Да, 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 да. Но пивка, я бы сейчас, я вот поговорил о пивке и просто... Ты знаешь, так мне... Так те же вот нельзя... Я просто не знаю, может, ты у нас психоаналитик, блядь, ты же психолог. Так. Мне снятся сны, я постоянно во сне вот просто как элемент сна пытаюсь купить пиво, и вот никогда у меня не получается. Mm-hmm. Никогда. Я прям все время пытаюсь, оно стоит, я то это, а оно вроде так далеко как-то вот, и прям не дотянуться до него, и мне дают какой-то вот компот. А ты потом, когда просыпаешься, ты просыпаешься от того, что ты в туалет хочешь или нет? Нет, я не просыпаюсь, блядь, я просто говорю, что у меня... Не, ну вот... после сна, когда ты просыпаешься. Единственное общее во всех снах, это то, что где бы я ни ходил, что... Я вижу какой-то, блядь, угу, типа ларек, и там холодное пиво, блядь, и я такой, вот оно, блядь, ёпта... И никогда не могу его, блядь, получить, блядь. А, очень. Ну это, нет, это известный такой феномен. Это и что? Ну это когда пассивная гомосексуальность, то такое бывает. А, понятно, я подозревал, да, действительно. Ну прям оно все время такое, блядь, такое. И никогда я его во сне не могу достигнуть. А я во сне, между прочим, на паутине летал, как Человек-паук. То есть даже этого я могу достигнуть. Пиво попить не получается. Никак, нахуй. Ебаные сны. А, Кирилл Комаров прислал нам сообщение с покрытием комиссии. Спасибо. Ёжик и Юрочка. Я вот прямо сейчас пью прекрасный ледяной шпатен. А, такой прекрасный и вкусный за вас. Ну, шпатен так себе. Мне никогда шпатен особо не нравился. Мне тоже, но прекрасный ледяной. Да, мне. Ледяной, да, это, конечно, большой плюс. Вот хороший Хугарден какой-нибудь. Да похуй, я не люблю Хугарден, но если он ледяной. Ну, у вас в России какое-то говно под видом Хугарден продается, блядь. Во всем остальном мире, кстати, совершенно другой Хугарден, он лучше намного. Я не знаю, это, видимо, блядь, местные какие-то заебы. Это примерно как то, что у вас технический спирт, блядь, рояль в 90-е продавался под видом питьевого спирта. То есть к вам просто всякое говно везут, типа, а, русские, они выпьют, блядь, любую хуйню. Не, ну, серьезно, кстати, в России и в других странах под видом бутылочного Хугардена продаются совершенно разные вещи. И вообще во всяких странах, ну, нормальных, на Балтике то есть пиво, которого у вас нету. Например, австралийское пиво Терра и Газ. Ты что-нибудь слышал про это пиво вообще? Наверняка нет, а оно охуенное. А ты слышал про австрийское пиво Пида и Раз? Нет. Но это вот к вопросу о твоих снах. Блять, ну теперь мне точно будет сниться холодное пиво. Терра и Газ. Газ, оно в синих, синей этикетке, а Терра зеленой этикетки. Бля, оно в Южной Корее, я его попробовал впервые в жизни, когда в Сеуле был. Блять, это настолько... Причем оно у них повсюду продается. Оно, блядь, считается это, такое... Это как какой-то ход, чтобы, блядь, меня несчастным сделать, блядь. Нет, ты можешь съесть в Южную Корею, там тебя никто не будет узнавать на улице, ты там будешь себя спокойно чувствовать. Там прекрасный климат. Мне это не надо. Пусть там много даже... девушек до 45 килограмм. Будь у меня даже, блядь, маска невидимости, я бы все равно из дома не вышел, блядь. Даже в шапке не видел. Сеул прекрасный город. Это все не стоит того. Там не такая вот красивая архитектура, как в Питере, конечно. Я хочу здесь и сидеть, вот никогда не выходить из дома, но вот прям сюда вот пиво, блядь, прям было бы охуенно. Вот прям сейчас холодно, блядь. А для этого надо выходить, придется, видимо. Да, но... придется. Но пиво, блин, вот да, просто холодно. Не, ну ради этого можно и выйти, слушай.
Я наравне с четвертой волной феминизма я ввожу новое течение. Оно называется My Life Matters. Mm-hmm. Вот короче, блядь. Типа. Ну, это можно зафорсить даже, кстати. Да, да, да. Что если вам вообще на все похуй, но вообще ваша жизнь, она охуенно много значит. Мы победим, блядь, все Life Matters, потому что, блядь, только мы ебать, переживаем за себя. Вот надо писать не как Билли Айлиш куколдизмом занимает, My Life Matter и Matters. И все, короче, блядь, вот делайте слоганы, блядь. Нет, без S на конце. My Life Matter просто. Matters. Нет, Matters это, блядь, ну, чувак, лишнее S на конце, не надо так.